Пошло. Здравствуйте. Демонстрируем генератор для ветряка. Обратите внимание на скорость вращения вала. Раз, два, три, четыре, пять. Увеличение оборотов ведет к перегоранию 12-вольтовой лампочки. Скорость ветра нужна минимальная и уже хороший заряд аккумулятора. Дальше отсоединяем 12-вольтовую лампочку. Включаем. О, она уже подсоединена. Лампочка 220 вольт. Загораются в полный накал при ну, 100 оборотах в минуту. Дальше демонстрируем. Лампочка 500 ватт. Ну, пока не показывает. Практически загораются при тех же оборотах, минимальных. Пока выключу. Сейчас, вольтметр.